Так, ну что ж, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Амур, и сегодня мы будем играть в такую увлекательную игру, как Террария. Ну что ж, давно не было серий, это все связано с тем, что я, как и обещал, ну, буду развиваться. Что произошло с последней серии? Произошло вот, я сделал, во-первых, две пристройки, как вы можете видеть. Ко мне пришел чувак, который приходит после вторжения пиратов. Сейчас, кстати, происходит вторжение пиратов, которое я вообще не ожидал. Если честно, ну вот так вот получилось. Перенес я немножко ферму туда выше. Как видите, здесь у нас находятся те вещи, которые падают с пиратов. Пушка и в сундуках у нас находятся те вещи, которые, ну, с помощью которых стреляет пушка. Магический шар я выбил с волшебником. Волшебник, кстати, сам ко мне пришел. И вот он, магический шар. За 10 золотых я его купил. Такое количество у меня монеток теперь. Что у меня дальше есть? Дальше у меня проделана такая дорога. Я побывал в пустынном данже. Там ничего путного я не нашел. Я был в пустынном биоме, кстати. В святом биоме. И надыбал сейчас, что я надыбал, пыльцупей, аж 66 штучек. И также 3 рога единорога я просто взял и вырвал беспощадно. После долгих поисков я нашел 388 палладиевой руды. Предлагаю сейчас крафтить палладиевые слитки по максимуму. И из палладия мне нужно только кирка. Все. Остальное мне все пока что не нужно. Вот палладиевая кирка и бац. Все замечательно. Адскую кирку я могу убрать в инструменты в долгий ящик. Как вы можете видеть, также у меня находится в инструментах очень много всего. Очень много ненужного. Сейчас объясню. Лучевой мест, гильотину на цепях, посох проклятых огней. Все я выбил. Сейчас скажу как. У меня внизу находится ферма. Сейчас ферма. Вот она ферма. Это ферма проклятых и адских огней. Здесь у меня находится площадка, на которой спамятся мобы. Мобы падают в лаву. Лава их убивает, они умирают. Дроп падается мне. Здесь у меня есть специальная комната, в которой я коплю себе здоровье, если оно у меня уменьшается, приближается к нулю. Так вот. Пользуюсь так же зелье битвы, у меня осталось их не так много, поскольку я их пью. У меня изначально было штук 15. Вот. Что еще? У меня и появился специальный ящичек под названием души. Что у меня еще есть? Вот. Ящик с зельями, ящик с грязью. Ну, все по стандарту. У меня в ящике с душами есть души полета и то, что мне нужно. И вот они. Возьму сейчас вот так вот и покажу, что можно сделать. Для начала, где я выбил души полета и души ночи. Сейчас я вам это наглядно покажу. Чтобы нам выпали души полета, нам нужно. Первое. Гигантская площадка. Она находится у меня сейчас на высоте. Ровно 1000 блоков. Я померял с помощью глубинометра. Вроде ничего такого не сказал. Вот. Глубинометр можно выбить сейчас. Вот на. Эта площадка. Вроде вторжение не идет. Вот, ну, короче, вот эта площадка. Меня убили попугаи, негодяи такие. Вот, на этой площадке как раз выбиваются все необходимые ресурсы. То есть, души полета. Меня там убили, но я думаю, ничего страшного в этом не будет. Что мне дальше нужно? А, крылья пока скрафтить не могу, да? Мне нужны мифриловые слитки. А чтобы мне нужны попались мифриловые слитки, мне нужен мифрил. А, это плохо. Так. Гид, иди сюда. Ты где? Гид, ты где? Гид тут живет. Ну, что проблема? Ты где? Ах, ты сюда иди. Вот, здание. Я помню, да, проклятые огни, и я могу их скрафтить. Это замечательно. Чтобы получить эту книжечку, мне нужны платиновые. Ну, возьму одну платину. Мне с глаза хватит одной платины. И вот чувачок, с которым мне нужно будет говорить. Чувак, я с тобой поговорю? Нет, не с тобой, вот с тобой. И возьму еще 2 тома заклинаний, которые мне пригодятся сейчас. Вот. Так, первое я взял. Потом мне нужны будут души ночи. И вроде бы все, что мне пока что нужно. Не все. Или не все. Так. Вроде все взял. Может быть, тебя где-то в другом месте крафтится. У меня нет уже книжного шкафа, да? Извиняюсь за фейл, просто момент. Так, мы продолжаем.
Так, мне нужны для этого книги. Я потому что не уверен. Давай у гида спросим, на вот, чтобы быть уверенным на 100%. Так, топ заклинаний. Кристальный шторм. Вот, я собираюсь его сделать. И нужен книжный шкаф. Все, я верно делаю. А для этого нам нужна лесопилка. Вот, ну, книжный шкаф. Так, нет, вернусь обратно. И книжный шкаф. Книжный шкаф у нас есть. Так, давайте его поставим где-нибудь. Ой, так, а, да, кристальный, палочка я тоже выбил с того мира, ну вот, так, давайте не здесь вот, куда-нибудь сюда поставим, потому что, не знаю, допустим, вот сюда вот ткнем, почему бы нет, вот он, том проклятых огней, вместо огненного цветка, да, ну да, цветка, вот он, проклятые огни, они гораздо лучше, чем огненный цветок. Хотя дамаг у цветка больше, но я предпочитаю огни. Следующее, что мне нужен, это кристальный шторм. Чтобы получить кристальный шторм, нам нужны кристаллы, которые добываются внизу. Я не уверен, на самом деле, могу ли я сейчас скрафтить. Я, кстати, не уверен. Очень сильно я не уверен. Давайте посмотрим. А, нет, я могу скрафтить. Вот, кристальный шторм. Подась. Смотрите, у него 44, 28 урона, но... Сравните, блин. Так, вместо этой палочки, потому что она уже выжила из себя, точнее. Вот. Теперь я становлюсь более похожим на мага. Так, это... Куда бы положить? Да, вот у меня сундуки все заполнены, я не знаю, зачем мне так много хлама. На самом деле. Но кристаллы я оставлю. Так, что нам дальше может пригодиться? Так, это есть, все и есть, хорошо. А, в принципе, я сделал все, что на эту серию планировал. Я могу, в принципе, сейчас побегать или нет. Не была идея. Так, нет, платье, но я не хочу просто. Сколько у тебя? 41 урона. 52. Извиняй, ты проигрываешь. А, палладиевый арбалет тоже. Палладиевая кирка, бензопила. Бур. Это все прошлый век. Так. На вторжение пирата я не подписывался. Пока что это не хочу. Не хочу о вторжении пиратов. Вообще даже говорить. Так, золото заберу. Ай, больно. А в принципе, я сейчас мог бы побегать и поискать палладий. Поскольку сейчас я могу свободно собирать палладий. Поскольку у меня... Прапалась кирка и, палладий, говорю, мифрил. И сделать мифриловую наковальню. Ну что ж, давайте я сейчас за кадром побегаю и насобираю хотя бы немножко мифрила. Погнали. Так, ну что ж, я побегал, я нашел 60 там с лишним ракила. Думаю, мне этого вполне хватит, должно, по крайней мере, хватить. Но то, что сделать себе наковальню. Вот она, ракиловая наковальня. Мне придется за кадром еще бегать, очень много бегать, на самом деле, чтобы сделать себе это. Наковальню я проапгрейдил, это, по-моему, последняя наковальня, которую можно сделать. Ой, зачем я это продал? Так, это мне очень ценные слитки для меня. Поэтому я их убивать сейчас не хочу. Палладий есть, это есть. И теперь можно сделать долгожданные крылья. Крылья я буду делать из, мне кажется, вот эти вот будет рационально сделать. Руды, так, нет, вот это вот так, и трабл, а, да, перья гарпии. Там, по-моему, 25, что ли, нужно, блин, я не помню, на самом деле, по-моему, не смогу. О, могу. Крылья демона. А, сейчас скажу, где же лежат, вот оно. И души света можно сделать точно такие же крылья, только они будут светлые. Вот они, крылья ангела. Давайте сделаем, не знаю, еники-беники, ели вареньки, еники-беники, бац. Ай, так. Давайте сделаем вообще. Ну, рука пала, случайно сорвалась на самом деле. Так. Ну, раз выбрали, значит выбрали. Крылья я надеваю вместо шарика. И шарик у нас улетает в долгий ящик. Так, мышка, не убегай. Ну хорошо.
следующее, что у меня есть. И осталось у меня последний когти альпиниста, да, говоришь? Когти альпиниста у меня заменены на цветок маны. Хорошо. Цветок маны, значит, цветок маны. Так, и вот они, мои крылышки. Самые первые, самые медленные, самые неуклюжие крылышки. Но я могу уже летать. Это мне очень нравится. Ну, зависать я могу надолго, кстати. Мне это очень нравится. Крылья маленькие, неуклюженькие, но крылья. Крылья, которые я хочу себе сделать в первую очередь. И они будут не всегда у меня будут в аду. Адские крылья, они... не помню, на самом деле, как это называется, но... Они адские и хороши. Вот так вот. Все, что я могу о них сказать, на самом деле. Так. А, переключайся. Что ж, в аду они падают с демонических демонов... демонических демонов. Масло масляное, так. Ну, в аду они падают, и нужно специальное перо. Перо найти для меня, думаю, не составит. Так, чумок все раскрыт. Он должен быть показан. Вот. Может, вот так идет? Так, что-то пожить. Не, некрасиво. Вот, ротар у меня есть, кстати, и обсидиановое ружье. А так что ты делаешь? Мешает урон, хорошо. Также можно сейчас попробовать сделать какие-нибудь, скажем... Так, золото. У меня, кстати, сундуки уже забиты. Половина хлама, которая у меня здесь хранится, можно продать. Я также убивал несколько раз стену плоти. Весь хлам, который у меня есть, он можете видеть здесь. Вот все, что выбивал, все, что у меня здесь есть, это все я выбивал. Сугубо я. Ведро. Что тут делает ведро? Ведро, по-моему, не здесь должно лежать. У меня ведро должно быть лежать вот здесь. Вот. И напоследок я бы хотел убить босса. Он не хардмодный, но босс как-никак. Так. Будет, думаю, хардкорчика добавит тот факт, то, что... Вторжение пиратов на 1% завершено. Буду без серии пытаться убивать пиратов, но у меня уже есть крылья. Это уже, блин, бальзам на душу. Это меня очень радует. А что ж, мы едем теперь к... Вот он у нас. И спускаемся. Думаю, ничего страшного не приключится с нами так. Почему у меня не призваны... А, ну да, я же умер. Так, ну что ж, одержимые доспехи, привет. Их лучше вот так вот убивать. Хорошо, давайте призовем пчелиную массу, которая делается из таких вот рецептов. Давай же, призовем, что? Что мы теряем? Ой, ё-моё. Ух, ё-моё. Предварительно я, естественно, сделал небольшую, так скажем... Ай, блин, как это называется? Я даже не знаю, как это назвать. Полянку, что ли, на которой я способен буду убить эту пчелиную королеву. Королеву всех пчел вообще, прям вот опасная такая, я не знаю. Вот и хорошо, мне выпал хранитель пчел. Кстати, он пассивный и очень много дамага находит. Здесь мне находит. Я дело в том, на самом деле, то, что я уже убивал несколько раз, даже на записи убивал, но та запись не сохранилась, поскольку была зафейлена мной же. И оттуда у меня появился Гриша. Я не помню, я говорил ли это или нет. Но таким вот образом у меня появился сам мой любименький и всем любимый, наверное, Гриша. Так, здесь у меня все сделано. И также, вот еще что, в ближайшей серии у меня, наверное, получится все же сделать. Я хочу сделать телефон себе мобильный. Ибо, не знаю, мне он кажется выгоднее, чем мое сейчасшнее кольцо. Тем более, оно будет участвовать в рецепте крафта. Надеюсь, очень сильно надеюсь, потому что у меня есть все ингредиенты. Я попробую его скрафтить. Оно, на самом деле, крафтится очень просто. Я сейчас буду какие-то вырезки вставлять отсюда, потому что мне надо будет сейчас лезть в Википедию, а в Википедию и лезть я не люблю. Ну что ж, давайте я сейчас буду пробовать вставлять какие-то моменты. Ну что ж, погнали. Так, ну, я немного побегал. Перемещался между несколькими мирами. И сделал один очень большой выбор. Не выбор, как сказать. Вывод, да, именно так. То, что я не могу на данном этапе скрафтить свой КПК, поскольку нужно у этого чмыря, Филиппа в данном случае,
взять квесты. А он, смотри, что просит. Небесную рыбу. Звездную рыбу. Он вообще зажался, наверное, и придет сюда вот лететь, блин. Поскольку мне нужно погодное радио, а погодное радио скрафтить не могу. Также мне нужен чувак, который приходит только утром и уходит вечером. Где этот чмырь? Не пришел. Сегодня у него выходной, пипец. А, в итоге какая-то у меня фигня с этим КПК. Но в итоге я хочу сказать, что... ну, на этом, в принципе, серия подошла к концу. Ждите серии по Neverwinter, поскольку я планирую начать его снимать. Ну, в ближайшее время, наверное, скорее всего, буду. Не знаю, я еще сам не решился. Если вы поддержите эту серию лайками, то обязательно будет серия по Neverwinter. Также, если хотите со мной поиграть, то пишите мне в личку ВКонтакте. Ссылочка, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был ваш покорный слуга Мамору. Как всегда, ставьте лайки, если вам понравилось, и не ставьте, если вам не понравилось. Всем удачи, всем пока. Мне важна ваша оценка. Всем пока. Пока-пока. Всем пиццу.